Операции, доступные не каждой федеральной клинике, скоро будут делать в Калуге. Больница скорой медицинской помощи в областном центре уже располагает необходимой техникой и командой медиков. Об этом заявил хирург с мировым именем Эдуард Галямов. Профессор уже несколько лет успешно обучает специалистов БСМП. Заслуженный врач России Эдуард Галямов блестяще делает операции и одновременно ведет для коллег мастер-классы. Первому пациенту удалят грыжу при помощи лапароскопической гернеопластики. Это значит, что вместо большого разреза сетчатый протез имплантируют эндоскопически через небольшие проколы. Сегодня же пациент встанет на ноги. Такие вмешательства для БСМП уже норма. Клиника развивается и развивается бурными темпами. Сейчас операционный блок уходит в глобальную реконструкцию. Вот такие прекрасные операционные будут уже в каждом операционном зале. Поэтому это одна из лучших клиник нашей страны, без преувеличения хочу сказать. Следующий пациент с самым сложным сегодня диагнозом – гидронефроз, сужение мочеточника, которое нарушает полноценную работу почки. У второй почки схожая патология. Кроме того, есть ряд терапевтических проблем. Перед операцией профессор лично проведал мужчину и разъяснил волновавшие его детали. Передавливается мочеточник сосудом. И нужно будет, не повредив этот сосуд, разобщить эту структуру. Удивить хирургов БСМП во время мастер-класса уже довольно сложно, признался Галямов. За 3 года регулярного обучения и постоянного развития специалисты прошли базовый уровень и активно осваивают продвинутый. Но этот успех – результат совместной работы всех – от хирургов до санитарок. Вот мы находимся в центре эндохирургии, где также коллектив специализируется на оказании помощи пациентам после лапароскопических операций по профилю урологии, хирургии, гинекологии. Это тоже сестры должны быть готовы знать все нюансы, все возможные осложнения, особенности после операционного течения. Всего в этот раз профессор Галямов провел 4 лапароскопических вмешательства экспертного уровня. В том числе благодаря его мастер-классам теперь в БСМП не отказывают в операции пациентам со сложными патологиями, например, больным сердцем. Уровень клиники позволяет им помочь. Карина Фаустова, Сергей Фондиков, Вести, Калуга.